Ну, слушай, выступать за алкашку это как-то погопнически. Выступать за алкашку вообще не резон. Полторы тысячи на всех, да не-не-не, у меня пацаны, короче, туалетную бумагу даже не смогут купить. Давай, да. Давай, все. Отменяйте пати, все, мир. Вот видите, как решаются вопросы, да? Блин. Ты не читаешь рэп, ты шпаришь заготовку. Текста твои блефы, на твои сбиты с толку. А я живу хип-хопом, речитатив бьет так. Скоро буду в топе, как Бигги и Тупак. Что ты в раю, как Бала, но слов осталось мало. Мне грустно стало, когда вокруг одно. Тогда иди, Кидалово. Теперь подробнее о Кидалове. Кидалово — это такая тема непростая. Я к этому отношусь очень хуйно. Никогда никого не кидал, не пытался кинуть. А расклад был такой. Нас пригласили в клуб Revolution, организаторы. Кто, как его зовут? Его зовут вроде Тео Смит. Тео Смит, нет. Уилл Смит? Не, Фейк Смит. Фейк Смит, в натуре Фейк Смит. И его диджей. Болтун. Хохотун. Не, пиздун. Трипло. Колдун. Его звали Колдун. Ну-ка, неважно. Неважно, как его звали. Как то, что нам обещали рекламу в размере 1000 флееров, 500 стикеров в метро, при том, что у них будут люди, которые это расклеят. Но мы еще и своих обещали подключить туда людей. И хотя бы двадцатку афиш, чтобы мы повесили в действенные места. Ну, это, сами понимаете, трушоп и так далее, наши друзья. И нас, собственно говоря, наебали, хотя мы думали, что можно все успеть за 2 недели. За 2 недели мы им прислали дизайн, флаеры. Все сделали, а они нас хотят кинуть через половой орган. Через хуй. У вас не получится это сделать, мать ваша. Потому что комендантские волчары. Fuck that. Укусит за задницу того, кто пи***т, мать вашу. Кина не будет. Туса отменяется. Ай, бой, цени это дерьмо.